наша лабораторияда специалист нашу кухонна сухтарала. Хамана сухтарышта уже ши продукты батала, хам уже ши и так уже эзен колбасана. Кемок тестирелебез. Кажи. Прошу, кухонна есть продукта бар, есть и умейте. Шыгызна максус кухонна. Тыршамыз күнде өткәрергә. Ул хемотез узак үткәрерде. Баласының тибында үткәрергә. Сипап ишкән белән шул сыпы суда, кайнар суда. Ватыла һәм без үткәрдә 3 ел минут ишектә алган анализ. Үлергә була. Ие, үлергә була. Сыпарда вакыт ишектә. Тест прошел у нас смывы с оборудования скутера. Мы видим, что он отрицательный. С одной идет халяй, фарш. Одна полоса. Отрицательный результат. Контрольный образец мы добавили менее 1 миллиграмма. Получается сырье. Свинины добавили, получается. И видим, что тест реагирует именно на свиное мясо, 2 полосы. И реагирует на свиной жир, 2 полосы. То есть тесты работают и очень чувствительные. Четвертый образец у нас была колбаса полукопченая халяль фатиха. Получила отрицательный результат. Тест сработал. 1 полоса антиген свиного мяса не обнаружена.